мы рады приветствовать вас на 9-м областном пасхальном фестивале искусств и народного творчества «Светлая Седмица». В концертной программе приняли участие творческие коллективы из Брянской области. Ансамбли поддержали светлое настроение праздника русскими народными песнями и фольклорными танцами. Это лучшие творческие коллективы, которые со всей душой и прекрасным настроением участвуют в сегодняшнем праздничном концерте. В рамках концерта наградили победителей второго областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Светлый праздник Пасха». Всего работ на выставке в Брянском музее этнографии было представлено более сотни в различных техниках исполнения. Очень много участников, как старых, так и новых дебютантов. Очень много интересных работ. Жюри было в растерянности, кому присуждать места, кому присуждать лауреатство. Тем не менее, главного лауреата выбрали. Им стала Екатерина Гридина из Брянска. Остальные мастера были награждены дипломами участия. Брались за это, не боялись, потому что я объясняю, что разный возраст, что это разные профессии, что это люди, которые ни художественного образования не имеют, но есть огромное желание что-то творить, красоту создавать. И вот есть такая возможность, есть такая площадка, где это можно все показать. Также с праздником Светлого Христового Воскресения зрителей поздравил священнослужитель. Жить по заповеди Божьим, по Священному Писанию, жить таинствами Церкви. Вот, благословение свыше на вас, вот, на все благие ваши начинания и дела. Игорь Драгунцов, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.